тесное сотрудничество педагогических коллективов общеобразовательной и детской школы искусств села Монаково сделали стены учебного заведения центром культуры, где регулярно проводятся концерты для селян. Репертуар самый обширный, ведь в творческом учебном заведении 5 отделений, 9 специализаций и 115 учащихся со всей Долгополянской территории. Однако далеко не все жители способны посещать концерты в силу возраста и здоровья. Именно поэтому педагоги детской школы искусств со своими воспитанниками решили отправиться в творческий тур по дворам односельчан. Проект под названием «Поезд Победы» поддержала компания «Металлоинвест». В октябре цикл праздников посвятили месячнику пожилых людей. Мы участвовали в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест. Сделаем вместе». Наш проект «Поезд Победы» получил грант. Наш проект направлен на то, чтобы поздравить пожилых людей, которые не в силах каких-то обстоятельств прийти в школу к нам на праздники и концерты. Мы приезжаем к ним домой или так вот, как сегодня, на улице собираем и поздравляем. К слову, это далеко не первый опыт участия Монаковской школы искусств в грантовых конкурсах. Ежегодно мы участвуем в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест. Сделаем мир ярче». В 2017 году мы получили грант в 250 тысяч рублей. Мы купили музыкальные инструменты для фольклорного ансамбля и сшили им замечательные костюмы. Для юных звездочек исконно русского искусства выступление во дворах очень ответственно. Красавицы в ярких народных платьях с честью справляются со всеми сложностями, которые сулят концерты на открытых площадках. Ну, в зале как-то больше эхо отдается, и совсем по-другому это все слышится, а здесь более глухо звук. На улице нужно в два раза больше стараться, в два раза громче петь, и здесь более приятно петь. Когда я пою, я в первую очередь получаю удовольствие для себя, мне нравится это, потому что это наша история, и эти песни потихоньку умирают, а мы стараемся не допускать этого. Выступать перед пожилыми людьми – это ответственность, нам это очень нравится. Вот и заливается Полиночка Монакова из села Монаково своим серебристым голосочком на всю улицу. Потому что нравится, потому что греет истинное, русское, душевное. Очень хорошо, очень хорошо. Рады, что мы слушаем их. Поколение растет, да, молодцы. Им такого города выступать, не в деревне. А и почему? Учителям. Спасибо, что они их учат, девочек. Ну, спасибо. Ну, спасибо, что вы для нас стараетесь. Спасибо. Молодцы. Поддерживаете наши жизненные силы. Молодцы. Что а что бы вы могли пожелать юным певицам? Ну, всего хорошего, чтобы почаще приезжали к нам, не забывали. Нам настроение приподняли. Ну, молодцы. В этих песнях и мелодичность, и доброта, и радость. Они объединяют поколения. Десятки лет назад эти бабушки сами выплясывали и удивляли округу своими природными вокальными талантами. А сейчас их внуки и внучки в своем творчестве продолжают дарить тепло, хранить фольклорные традиции.